Биология, английский, бодибилдинг. Ты же можешь не ходить на уроки физкультуры. ДЦП, да? Легкий путь не для меня. Хватит! Из психушки сбежал. А ты своих ищешь? Не лезь ко мне! А что ты сделаешь? Шел бы ты мимо! Увидимся в спортзале. Отстань от меня. Есть идея. Идем. Ты занимался борьбой? Борьба – это очень жестокий спорт. Атакуй! Смелей! Борец должен быть очень сильным и полностью владеть своим телом. Это опасно. Тренер, дайте мне шанс. Ладно, 8 блинов. Выжми 3 раза, и я разрешу заниматься борьбой. Хватит, Майк. Нет! Что еще поднять? А можно я тебе позвоню? Да. Мы можем взять в команду всего 3 борцов. Пап, я просто хочу всем доказать, что смогу победить. Нет! Ты не борец, твой настрой может творить чудеса. Покажи им. Тренируйся еще, и победишь. Майк вовсе не считает, что инвалидность ему мешает. Это ступень к победе. Победи себя. Триумф.